Всем привет, ребята! В этом видео я вам хочу рассказать, как получить любые вещи в Роблоксе бесплатно, то есть себе сделать новый классный скин абсолютно бесплатно. Я думаю, вы давно об этом мечтали, так как у многих нет возможности донатить робоксы настоящие и за это покупать вещи, поэтому в этом видео я вам расскажу, как же бесплатно скрафтить скин. Это будут такие два лайфхака, кстати, второй будет очень интересный, поэтому дождитесь его. Итак, первый способ. Для начала вы заходите в Роблокс, нажимаете на вещи и на аксессуары, и потом видите сверху кнопочка price, нажимаете на price и тянете ползуночек на free, и здесь открываются все вещи бесплатно, которые вы можете одеть, и они вам останутся абсолютно навсегда, абсолютно бесплатно. Классные вещи. Многие из вас скажут по типу, ну, вещи не очень красивые, не очень модные. Ребят, во-первых, нужно хорошо искать, чтобы найти классные вещи, а во-вторых, ребят, лучше, чем ничего, если у вас совсем очень трудная ситуация с робоксами и у вас их вообще нету, я думаю, вы сможете скрафтить себе нормальный модный скин. Кстати, я здесь до того момента, пока не зарабатывал робоксы, я реально здесь крафтил скины, искал разные вещи и был достаточно счастлив, потому что это абсолютно бесплатно и навсегда. Вот, ребятки, смотрите, какие аксессуары, футболки, штаны, обувь, волосы, прически, лица, эмоции, разные штуки, футболки, джинсы, волосы. Я про это уже, наверное, говорила, просто здесь невероятно много всего, невероятно большой выбор. И кто ищет, тот найдет. Итак, давайте же будем приступать ко второму способу. Итак, для начала вам нужно поставить лайкосик под этим видосиком. Вот. Ставим лайк, это обязательно условие второго способа. После этого возвращаемся обратно в Roblox, выбираем абсолютно любую вещь за робоксы, которая вам реально очень сильно нравится, она вам реально симпатична и идет к вашему скину. Выбираете любую вещь на абсолютно любую цену робоксов. Вот, допустим, я выбрал себе вот такие вот ушки эльфика с мухоморчиками, и я нажимаю на три точки. Видите, возле робуксов там три точки, нажимаете на посередине на кнопочку share, нажимаете на скопировать ссылочку, возвращаетесь обратно в YouTube комментарии под этим видео, вставляете скопированное в комментариях и пишите «хочу это» и пишите ваш ник в Роблоксе. Вот сейчас все подробно-подробно расскажу. Вот, вставляете и пишите здесь. Хочу, пишите эту вещь, им пишите ваш ник в Роблоксе. Это такая, скажем так, раздача разных вещей в Роблоксе. Вот, поэтому всем спасибо большое за просмотр. Результаты раздачи будут в следующем видео. Всем пока.